Привет всем! Значит, сегодня мы попробуем очистить, видите, ржавчину на заднем фонаре, ржавчину с хрома на автомобиле Land Cruiser Prado при помощи вот такой вот зубной пасты Dentasept. Мы купили ее в аптеке. Ну, я, кстати, такой же зубы чищу. Ну и попутно вам сейчас расскажем одну историю. Сань, держи камеру. Давайте я покажу сейчас, как мы достаем оттуда пасту. Так, чтобы все это происходило. Ой, господи, как ее тут доставать? Хочет. А, вот, получилось. На ваших глазах кубик. Сейчас его в машину прошу. Так, ну смотрите, немножко дальше камера наведи, вот так, чтобы видно было. А вот так нормально. Значит, что мы делаем? Наносим пасту. Так вот. Так вот ее. Так вот. Сейчас попробуем очистить ржавчину. Ну, а попутно расскажу, как мы до этого вообще дошли. Это, конечно, цирк просто какой-то. Ну, другого выбора нам не оставили. Значит, в январе помыл я автомобиль этот на дорогой мойке и попросил сделать мне антиржавейку по хрому. Ну а так как даже на дорогие мойки мойщиками набирают неизвестно кого, парень сделал мне, как я и попросил, каким-то модным там средством антиржавчину на хроме. Ну, по всей видимости, просто не смыл потом ее. И плюс к этому моя еще есть вина. Я проездил на автомобиле дней 10. Как раз таял, не то что таял снег, а выпал снег тогда. И дороги, по всей видимости, обрабатывали какой-то химией. Потом у меня была такая ситуация, что я был примерно 3 недели за границей, а автомобиль пришлось поставить на автостоянке. И поставил я его по своей глупости грязным. В общем, простоял автомобиль на стоянке. Я прилетел, когда уже сюда, в город, и обнаружил, видите, вот такую вот ржавчину. Я, конечно, был неприятно шокирован. Сань, ты меня только не снимай, а то кто-то из пацанов увидит, блин, засмеют. Значит, я пытался очистить эту ржавчину. Сначала поехал на мойку, они не взялись. Потом поехал в автомагазин и на авторынок. Купил там модную полироль для ржавчины черепашку. Ни хрена она не помогает. Ерунда. Она максимум убирает помутнение хрома, и все. Ржавчина она практически не убирает, только убирает то, что рядом с ржавчиной. И по совету своего отца вот я прибег к старому дедовскому методу. Значит, к чистке именно вот зубной пасты. Значит, в чем суть этого метода? Чистить можно не каждой зубной пастой. Чистить можно лишь той зубной пастой, которая на натуральной основе. Той зубной пастой, в которой
есть карбонат кальция. Как мы все знаем с химии, которую мы учили в школе, карбонат кальция, он чистит серебро, если вы помните, чистят ложки столовые серебряные, он чистит хром. Вот что, в общем-то, в данном случае мы делаем. Я не знаю, видно, не видно, но походу ржавчина проходит. Сейчас я уже все дочищу. Значит, вот еще наношу пасту. Единственное, что когда будете, если кто решит повторить, да, удивительно, мне деньги, мне приходится самому чистить этот автомобиль. Потому что на современных СТО такой работой не занимаются. Все теперь модное. Предлагают сразу поменять фару. Но поменять фару, как вы понимаете, друзья, это, конечно, не выход. Так, вроде помогает. Замечательно. Я так и думал. Самое удивительное, что паста эта стоит $3.5, а черепашка эта стоит, сколько это, 12 получается долларов, да? И не помогает, а паста помогает. Удивительно. Удивительно, просто удивительно. Да, все работает. Кстати, можно чистить не только пастой, можно чистить зубным порошком, потому что в зубном порошке тоже находится карбонат кальция. Единственное отличие, что паста, она, грубо говоря, гелеобразная, она густая, а порошок, он будет рассыпаться, да. И с ним будет не очень удобно работать. Да, прохладно, прохладно, конечно, чистить это. К сожалению, гаража у меня нет. Ждать, когда наступит уже настоящая весна, тоже времени нет, боюсь потом вообще не очистить эту ржавчину. Поэтому и приходится извращаться. Да уж. Да уж, да уж. Ну, вроде получается. Не знаю, правда, сколько раз придется это делать и получится ли все чистить с первого раза, но получается. Как я это отмывать буду, тоже пока еще не представляю. Пока еще не представляю. Но как-то буду. Так. Ну, вроде все, да? Так, вроде бы сейчас будем смывать и посмотрим, какой результат. Да, и придется еще на моечку сегодня съездить. Так, не дергай, пожалуйста, камеру, вот так ее ровно держи, потому что иначе видео будет плохое. Немножко. Так. 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 Отлично. 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 Так, сейчас попробуем это смыть. И посмотрим, что у нас получилось.